В смысле? Вы это слышали, супербанда? Мне звонит Том! Чё, что происходит? Чёрт, вы не про меня зовут Сергей, он не зрит, просто сразу же бери, подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супрем-банде. Ведь перед время супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супрем-банде. Самый сильный банде на ютубе, между прочим. И также про сегодня со мной видео снимает Настя. Да, банда, сегодня у нас непростое видео, потому что сегодня мы попробуем скачать и поговорить с говорящим Томом. Но не просто с говорящим Томом, а в 3 часа ночи. То есть, когда начинается вся самая настоящая мистика. Что, супербанда, погнали! И добро вам не послышалось, мы сегодня скачиваем моего говорящего Тома. Казалось бы, на первый вид безобидное приложение. Но как вам такое? Пару лет назад в новостях передали, как у одного маленького мальчика, который очень часто любил играть моего говорящего Тома, в это приложение, вдруг в 3 часа ночи вселился демон. И он начал ему угрожать. Сам начал угрожать, только вдумайтесь в это, банда. И начал заставлять его идти убивать своих родителей. Это просто жесть, банда. То, что я увидел, меня прям не укладывается в голове. Но сегодня, банда, я сам скачаю это приложение и сам его проверю. Или правда, оно не такое, какая-то на первый вид. А тем не менее, бандит, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков, ведь супрем-банда, мы самая сильная банда на ютубе. А значит, банда, нам нужно подтверждать свой статус самой сильной банды на ютубе. Именно поэтому, бандит, опускайся ниже, ставь свой царский лайк во имя супрем-банды. А мы начинаем скачивать приложение. Окей, банда, я скачал приложение, вот так вот оно выглядит. На вид это реально обычное приложение, тем не менее, банда, через 5 минут будет 3 часа ночи. И думаю, банда, самое время уже запускать это приложение и смотреть, ли все с ним так. Вы не представляете, банда, как это волнительно, потому что, блин, мы реально скачали то самое приложение. А что если это все правда? И ночью в 3 часа ночи с Томом начинает происходить что-то странное. И он реально становится каким-то демоном, который указывает, что хочет убить. Окей, банда, мы обязательно должны это проверить. Ух, надеюсь, вы готовы, супербанда. Окей, Настя, что ты думаешь насчет всего этого? Окей. Тем не менее, банда, мы это будем сейчас проверять. Что ж, банда, пришло время запускать моего говорящего Тома эту игру. Возможно, игру самого демона. Посмотрим, что у нас этого получится. Окей, банда, это просто жесть. Я запускаю моего говорящего Тома, посмотрите. Я только скачал это приложение, еще его не открывал. В принципе, все нормально, окей. Что нам Том говорит? I'm hungry, я голоден, let's go. Пошли на кухню, окей, давайте его покормим, банда. Я думаю, нам можно пропустить обучение, потому что мы уже знаем, что это за игра. Окей, нажимаю skip. Нам нужно ввести имя Тома. Видим просто обычное имя Том, не будем ничего придумывать. Окей, банда, готова. Все. Что? Разрешить приложению Metalkit Top записывать звук? В смысле? Погодите, зачем приложению записывать звук? Это уже странно, получается, что он будет слышать о том, что мы будем говорить. Это очень странно, супрем-банда, не понимаю, зачем ему это делать, записывать звук. Он не будет просто прослушивать то, что мы будем говорить, будет прям записывать. То есть все время, когда я буду что-то говорить на то приложение, или когда оно включено, оно будет об этом слышать. Ты скажешь насчет этого, Настя? Ну, я думаю, это безобидное приложение, и все нормально. То есть, по-твоему, то, что он запросил у нас запись звука, это нормально? Я думаю, да. Но ведь он же будет все слышать. Ну, странно, ну... Окей, банда, тем не менее, мы продолжаем экспериментировать с этим приложением. Пока что, как говорит Настя, все нормально. Надеюсь, так, банда, будет дальше. Посмотрим, что будет дальше. Окей, банда, мы вернулись в главную комнату. Теперь можно сказать привет, привет. Привет, привет. О, я испугался. Я и забыл, что он будет за мной повторять. О, я не ожидал, как ты? Он, в принципе, повторяет то же самое, что и я. Получается, банда, что это всего лишь обычный робот. То есть, это не какое-то странное приложение, это всего лишь запрограммированный робот. И чем дальше мы заходим, тем больше мне кажется, что это все бред. Это обычный робот, который ускоряет наш голос и меняет его. В принципе, ничего необычного. То есть, даже могло быть, что этому парню из новостей просто все показалось. Ты совсем не страшный, как говорят другие. Ты совсем не страшный, как говорят другие. Видите? Я сижу за тобой. Что? Вы слышите, это супербанда? Я этого не говорил, как? В смысле, банда, что ты скажешь от этого, Настя? Окей, супрем-банда, ты реально жесть. То, что он только что сказал, потому что ему не говорил этого. Я слежу за тобой, в смысле? Похоже, что приложение реально какое-то необычное. Том, что это происходит, я ничего не говорил. Я не понимаю, что вообще происходит, банда, еще только что. Только что он сказал сам фразу, а после этого он перестал говорить сам и начал повторять все, что ему говорю я. Что это было, Том, ты мне сам только что говорил? Что это было, Том, ты мне сам только что говорил? Он просто повторяет, банда. Что? В смысле, банда, вы это слышали? Черт, банда, это реально уже странно. Я не понимаю, что происходит. Почему вдруг Том решил со мной говорить так? Просто сам не отвечает. Он сам откуда-то берет слова. Но у нас есть еще одно приложение, моя говорящая Анжела. Они вроде братья, сестра или же муж и жена с этим Томом. Но мы, банда, сейчас ее скачаем и проверим это. Не знаю, что у нас получится. О, господи, что это было? Это просто жесть, банда. О, господи, что это было? Это просто жесть. Он просто со мной повторяет. Тем не менее, банда, мы сейчас скачаем Анжелу. Погнали! Окей, банда, на часах все еще 3 часа ночи. Мы скачали на нас телефон говорящую Анжелу. Посмотрим, что будет происходить дальше. Мне немного страшно, но я готов. Окей, что там? Ну, здесь тоже обучение. В принципе, все нормально, да? Да, да. Окей, банда, что там дальше? Так, я ее назвала. Так, и что? Она тоже запрашивает запись.
В смысле? Ну? Это очень странно. Банда, зачем мы запрашивать запись? А бомб приложение нужна запись того, что мы говорим. Это очень странно, Суприм Банда. Окей, ну давай соглашайся, посмотрим, что она скажет. Я разрешаю. Окей, Банда, это очень странно, что два одинаковых приложения запрашивают то же самое. Что там? В смысле? Вы это слышали, Суприм Банда? Она только что сказала, я убью тебя! О, черт! Что это было? Она просто повторяет, Банда, это реально жест! Окей, тем не менее, Суприм Банда, давайте проверим Тома, потому что они реально очень странные! Это очень странно, Банда, что Том и Анджела повторяют так за мной! Окей, Банда, давайте попробуем вырубить Тома, то есть мы будем его бить вот так вот, на тебя, Том, получай! Попробуем вырубить, чтобы он уже ничего не говорил, так, все. Вы видите это? Мне звонит Том! Все, что происходит? Окей, мне звонит говорящий Том. Нужно ответить, Банда. Раз, два, три, я отвечаю. Что это было? Том, алло! Черт, скипнуть, быстро скипнуть! Это реально странно, Банда, что это происходило? Я ничего не понимаю! Какого черта? Том мне только что сам позвонил и сказал! Ставь лайк и подписывайся на канал, зачем им это делать? Похоже, Банда, что они хотят ставить все популярнее и популярнее. То есть, если поставить лайк и подписаться на канал, то видео продвинется. И Том и Анджела станут еще популярней. Это просто жесть, Банда! Окей, Банда, это реально очень странно. Я не понимаю, что происходит. Давай сейчас попробуем то же самое сделать с Анджелой и посмотрим, что получится. Надеюсь, Банда, ничего такого больше не получится, потому что это реально страшно. Мне уже этого не по себе. Банда, это безумие, но мы сейчас попробуем сделать то же самое с Анджелой, то есть Настя сейчас возьмет, побьет Анджелу и посмотрим, где она нам позвонит. Окей, Настя, начинай. Бей ее, просто лупи ее со всей силы. Давай, бей, 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 бей. Что, она мне вырубается еще? Все, вырубилась. Она меня дурит. О, черт, бери трубку быстрее. О, черт, Банда, это просто жесть. Вы это слышали? Черт, скипай, быстрее, отключилась. О, господи, Банда, ты просто жесть! Только что нам позвонила Анджела и это сказала! Окей, Банда, это реально жесть! Я не знаю, что происходит, мне уже реально этого становится страшно! Потому что какие-то два приложения в телефоне начинают нам угрожать сами! Это реально жестко, Банда, реально очень страшно! Тем не менее, мы продолжаем наш эксперимент, нужно уже все закончить побыстрее, потому что мне страшно! Насте тоже немного страшно! Это просто жесть, Банда! Банда, посмотрите, мне звонит Том! Нужно взять трубку! Так, ну же! Эй, Том, что ты делаешь? Перестань, пожалуйста! Отстань от нас! Господи, Том, почему Анджела делает то же самое, что и ты? Вы же с ней не дружите, ты же ее ненавидишь. Что происходит? В смысле? Анджелу? Как? Я ничего не понимаю, Банда, в смысле? Том, пожалуйста, перестань это делать. Это уже вообще не смешно. Дай Анджелу. Окей, что же он мне скажет? Что? Они с друг другом общаются, Банда, это просто жесть. Я в шоке, Суприм Банда, что вообще происходит? Быстро скипнуть, выключай Анжелу. Господи, Банда, это просто жесть. Вы слышали это? Они только что с друг другом начали общаться. О, черт, ты слышала что-то там? Пойди проверь. А я посмотрю здесь, в комнате, может быть, кто-то здесь нас слышит и это делает. Как-то передают радиоволны какие-то. Эй, здесь кто-нибудь есть? Черт, я никого не вижу. Никого нету. О, господи, Банда, я не понимаю, что происходит. В моей комнате никого нету. Настя прошла проверять, там никого нету. Черт, это просто жесть, Банда. Что же скажет Том на это все? О, черт! Что это значит, Банда? Настя! Настя! Я его не слышу, Банда. Окей, нужно пойти посмотреть, да, Настя. О, господи, Банда, это просто жесть. Ты где? Настя! О, черт, здесь. Я здесь что-то слышал. Эй! О, черт, здесь уже телефон Насти. Анжела здесь. О, черт! Вы это видели? Анджела только что засмеялась. Выключился весь свет по всему дому. Это просто жесть, Банда. Что вообще происходит? Черт, я ничего не понимаю. Свет снова включился. Посмотрите, гирлянды, саундбокс снова работают. Что вообще происходит? Анджела, где Настя? Анджела, где Настя? Ну же! Она меня как будто не слышит, Банда. Я не знаю, что происходит. Я не знаю, что делать дальше. Насти просто нету по всему дому. Настя, эй! Это не смешно, отозвись. Я не знаю, где ты. Настя! Блин, Банда, это просто жесть. Настя! Господи, Суприм Банда, не знаю, что делать. Мне реально страшно. Какие-то два бота так просто украли Настю или что? Нас! Он опять звонит, Банда. Что ему нужно? Это просто жесть, Банда. Он снова мне позвонил. Что делать? Окей, я беру трубку, наверное, тут что-то важное по поводу Насти. Я беру трубку. Раз, два, три. Черт, Суприм Банда, вы это слышали? Все, что вообще происходит? Быстрее ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы мы вернули Настю. Это просто жесть, Суприм Банда, не знаю, что происходит. Какие-то два кота из телефона украли Настю. Черт, Суприм Банда, мне реально этого не по себе. И бро, вот комментарий просто вам видео. Господи, какие шикарные, просто делайте комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь следующее видео, то сегодня тебе нужно нажать на колокольчик и все, бро, в следующем видео. Вот такой вот просто блядь ко мне видео, лайк, колокольчик, комментарий в следующем видео. Так что давай, бро, опускайся ниже. Эй, бро, знаешь что? Оставайся таким шикарным. Что? Где свет?